Хабаровском крае будет звучать классика рока, причем в классической аранжировке. В середине июня Дальневосточный академический симфонический оркестр и ансамбль «Дальний Восток» отправятся на гастроли в Комсомольск-на-Амуре. Гастроли будут приурочены к юбилею города. 12 июня Комсомольску исполняется 90 лет. Попасть на концерты можно будет в том числе по пушкинской карте. 15 и 16 июня на сцене драмтеатра прозвучат композиции таких групп, как Rolling Stones, Beatles, Rammstein, Metallica, Queen и многие другие. Гастроли пройдут на деньги гранта Министерства культуры России. На выезд отправится более 70 музыкантов. Как мы знаем, очень интересные нашли музыкальные сочетания в симфоническом оркестре с рок-композициями. Поэтому это будет большой полный симфонический оркестр, наш дальневосточный. Это ансамбль «Боевое братство», как раз это вот ритм-группа и то, что неотъемлемые музыканты в рок-группах. Да, это бас-гитара, это, соответственно, электрогитара, ударный. И, конечно, это концертный ансамбль «Дальний Восток», вокалисты наши. И вместе они как раз вот представляют золотые, можно сказать, классические рок-хиты зарубежных рок-групп.